Скорые, автоинспекторы и спасатели рекомендуют водителям быть предельно осторожными на загородных трассах. Передвигаться по ним сейчас по-прежнему небезопасно. Причина – продолжительные морозы, установившиеся в регионе, снежная пыль и туман. Кроме того, в безветренную погоду видимость на дорогах существенно снижают скопившиеся автомобильные выхлопы. Поэтому лучше всего, говорят специалисты, дальние поездки вообще отменить. Если это сделать невозможно, спасатели рекомендуют соблюдать элементарные меры безопасности. Убедиться в исправности машины, заправить полный бак топлива, взять с собой буксировочный трос, запасное колесо, инструменты и теплые вещи. Кроме того, обязательно пополнить баланс мобильного телефона. Сейчас все экипажи ДПС нацелены на помощь водителям, на трассах работают пункты помощи и обогрева. Запомнить их, на каком километре, где они находятся, достаточно сложно каждому водителю. Поэтому самое главное, если вы оказались в беде, лучше всего набрать телефон 112. Телефон 112, он работает даже без сети сотового оператора. Можно его набрать, оставить свои координаты, где вы находитесь, хотя бы какую-то привязку к местности, километр местонахождения вашего, для того, чтобы к вам направили либо это экипаж госавтоинспекции, либо управляющая компания, которая занимается обслуживанием данной территории, данной дороги, либо это сотрудник МЧС.